14-летним Ван Джинси жонглирует, сердце замирает. Говорит, самое сложное для него – последний элемент. Все встают друг на друга, а он – верхушка живой башни. Остальные элементы представления не так трудны, и мне нравится их выполнять, чтобы доставить удовольствие зрителю. Вместе китайские акробаты выступают 6 лет. В прошлом году они стали лучшими на родине. В Ижевск с золотом приехали из Испании и собираются повторить успех. Мы приехали сюда, чтобы в первую очередь получить удовольствие, но и рассчитываем на победу. А это команда из северо-запада Китая. В ней тоже акробаты, только девочки. Они выполняют стойки на руках. В Ижевске не впервые. Наш фестиваль считают одним из престижных в мире. В прошлый раз мы приезжали с мужским коллективом и показывали сильный мужественный номер. В этот раз мы решили привести девушек и показать красоту, грацию для жителей Ижевска. Кроме китайцев, на Ижевской арене выступят итальянцы, французы, португальцы, 200 артистов из 18 стран. Пока идут репетиции, почти на каждой, с утра и до вечера, Дмитрий Иванов, экс-директор нашего цирка. 12 лет назад он вместе с президентом Удмуртии Александром Волковым решили организовать фестиваль. Теперь он входит в пятерку лучших во всем мире. Оказаться на Ижевском манеже мечтают многие артисты. Поверьте, мы как золотоискатели находим вот те самые крупинки, частички золота для того, чтобы они здесь воссоединились в некое такое созвездие. За 10 лет под куполом нашего цирка выступили 2000 артистов. Многие из них после получили контракты за границей. А в партерах и амфитеатрах каждый год сидят зрители из соседних регионов. Дмитрий Иванов говорит, фестиваль открывает дорогу артистам, а нам привозят туристов. Когда я приезжаю за рубеж, и меня спрашивают, откуда вы родом, я говорю, город Ижевск, я живу в городе Ижевске, и они говорят, ага, там есть цирковой фестиваль. Это здорово, это стало визитной карточкой нашего города. В 11-й раз фестиваль посвятили новаторскому движению в цирке. Секрет варенья, привычного манежа нет, но что именно ждет гостей, пока режиссерская тайна. Живут в Ижевске Ксения Степанова, Руслан Басиашвили, Николай Колодкин.